Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор», и сегодня я расскажу о холодильнике Hyundai CS5073FV. Ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А чтобы получать уведомления о выходе новых обзоров, включайте колокольчик. Своим мнением вы можете поделиться в комментариях. Строгий дизайн и продуманный конструктив воплощен в трехдверном инверторном холодильнике Hyundai CS5073FV, тип side-by-side. Данная модель холодильника оптимально подойдет для большой семьи, загородного дома или офиса. Благодаря регулируемым по высоте ножкам, холодильник может устанавливаться даже на неровной поверхности. Благородный черный цвет холодильника придаст неповторимый дизайн вашей кухне. Продуманные решения в холодильниках Hyundai помогают правильно хранить продукты в любое время года. В отличие от большинства обычных моделей, в холодильнике CS5073FV предусмотрено три отделения для хранения продуктов и напитков. Холодильное отделение, объем 459 литров, обеспечивает сохранность продуктов при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов Цельсия. Морозильное отделение, объем 167 литров, обеспечивает длительное хранение замороженных продуктов при температуре от минус 15 до минус 23 градусов Цельсия. Универсальное отделение, объем 186 литров, в зависимости от возникшей необходимости может использоваться и как отделение свежести для овощей и фруктов, и как зона с нулевой температурой для хранения мяса и рыбы, и как отделение для легкой заморозки. Температурный диапазон варьируется от плюс 8 до минус 4 градусов Цельсия. Инверторный компрессор отличается высокой надежностью, экономичностью и низким уровнем шума. Полки холодильника выполнены из закаленного стекла. Их можно устанавливать на разной высоте. Выдвижные ящики обеспечивают быстрый доступ к хранящимся продуктам. В дверцах холодильника установлены дополнительные вместительные полки для хранения напитков, детского питания и продуктов в компактных упаковках. При открытии холодильника включается светодиодное освещение. Вы сможете рассмотреть продукты на любой полке. Управление режимами и настройками всех отделений холодильника Hyundai CS5073FV сенсорное. Легким касанием вы можете менять желаемую температуру или включить режим суперохлаждения или суперзамораживания. Вся информация о режимах работы и установленной температуре отображается на внешнем дисплее. Для сохранения установленных настроек в модели предусмотрена функция блокировки панели управления. Если дверцы холодильника полностью не закрыты, звуковой сигнал проинформирует об этом. Благодаря технологии Total No Frost, наледь и иней не образуется на стенках в холодильной и морозильной камере. Размораживание происходит автоматически. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и начну с отрицательных. Очень сильно остаются следы от пальцев. Не закрывается дверь, если толкнуть. Шумноват. Теперь речь пойдет о положительных. Очень вместительный холодильник. Функция разморозки продуктов в холодильнике. Большая морозильная камера. Есть зона свежести. Очень стильный внешне. Подсветка приятная. Универсальная камера просто класс. Удобный интерфейс управления. Широкие диапазоны настройки температуры. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а также подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на магазины с актуальными ценами находятся в описании к видео. До новых встреч на канале «Правильный выбор».